Невиновен и вновь оправдан. Экс-глава Сургута Дмитрий Попов во второй раз сумел доказать собственную непричастность к совершению сразу трех преступлений. Суд Ханты-Мансийского автономного округа отклонил жалобу прокуратуры на вердикт, вынесенный в первой инстанции. 4 года назад бывший мэр крупнейшего муниципалитета Югры стал фигурантом 3 уголовных дел. По версии следствия, в декабре 2013-го Попов без проведения оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже строительного песка. Ущерб тогда оценили в несколько десятков миллионов рублей. Также экс-градоначальнику вменяли в вину в нарушение процедур при выплате субсидии совхозу «Северному» и злоупотребление должностным положением при покупке помещения для билдинг-сада. Спустя более 4 лет с момента предъявления обвинений Дмитрий Попов оправдан, приговор вступил в законную силу. Решение суда первой инстанции в оправдании оставлено в силе, что еще можно сказать, оно вступило в законную силу. Теперь, соответственно, у Дмитрия Валерьевича есть право на реабилитацию и все, что связано с этим. У него нет никаких мер ограничения, он